Ваша должность колониального магистра временно прекращена, вплоть до официального расследования вашего присоединения к силам сыновей Кархалла. Принято сообщение. Эй, привет! Парни Арктуруса помогли мне сбежать из тюремного корабля. Несомненно, они так же, как и мы, не в самых лучших отношениях с Конфедерацией. Я знаю их репутацию, но они все же остаются на уровне. Я думаю, Арктурус хотел поговорить с тобой. Командор, Марсара почти полностью повержена зергами. Конфедерация покидает планету, как и мы. Однако, есть одна вещь, которую я хочу сделать перед тем, как покинуть планету. Я хочу совершить рейд на этот пост Конфедерации и заполучить чертежи вооружений, которые могут быть найдены в их сети. В хаосе эвакуации будет нетрудно как проникнуть, так и покинуть их пост. Полностью с тобой согласен. Конец брифинга. Ну что ж, приступим к выполнению данной задачи, а именно доставки диска с информацией из сети Конфедерации. Ну, естественно, Рейнар должен выжить. Рейнар на связи. Ну что ж. Нужно проникнуть внутрь. Рейнар у нас голубой. Ну, в смысле, в голубом костюмчике. Хотя, по идее, он должен быть в синеньком костюмчике, ну да ладно. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то я забыл про это все дело. Я, честно, уже не помню, где здесь находится. Где здесь и что находится, в принципе, я уже помню плохо. Поэтому буду ориентироваться чисто по тому, как я иду. Отлично. Так, пока что мы идем более-менее нормально. Собираемся в группу. Отлично. Отлично. Знаете, Рейнера можно просто вот через одно Отлично. Что-то мне не нравятся вот эти полы. Ах, там вон, смотрите, какая гадость. Отлично. Надо поаккуратнее здесь бродить, а то так можно и потерять все к чертям. Отлично. Умрите! Я не знаю, кто вы, но умрите. Отлично. Как красиво здесь все сделано. Все умирают. Отлично. Так, а мы почему-то, кстати, вот сюда не можем пройти. Отлично. А. Надо было клацать на самый низ, лол. И то мы сюда прошли бы. Отлично. И так, и так. Ясно, понятно. Отлично. Опять собираемся в кучку. Чтобы нас особо не подолбали. Жалко, что у нас Марик впереди идет. Перестраиваться здесь и микроконтролить я, конечно, не буду. Это никогда не было моей лучшей стороной. Отлично. Поле телепортации активизировано. Отлично. Ой, кажется, мы телепортировались. Ну что ж. Мы телепортировались и продолжаем всех уничтожать. Вам сюда нельзя. Как будто вас кто-то спрашивает, ребята, можно нам сюда или нельзя. Отлично. Отлично. Камеры безопасности активизированы. Так, камеры безопасности. Агасики. То есть мы теперь видим всех противников, да, которые находятся там-то или там-то.
Ясно, понятно. Хорошо. Отлично. Пока мы все живы. Но надолго ли это, я не уверен. Так, ну зато теперь мы видим, что вот здесь вот и здесь находятся некоторые ребятки, которые... которых нам надо убить. Мы в первую очередь зайдем вот сюда. Сюда. Ну, в общем говоря, прогуляемся. Отлично. Так, что вы там тупите? Проходите быстрее, ребят. А то он Рейнер, не дай бог, умрет еще. Отлично. Это, конечно, совсем обидно. Ну, мы пока что прогуливаемся. У нас стимпак, если что, есть. Так отлично. Что, думаю, что все будет хорошо. Ну, по крайней мере, по-глупому мы, по идее, сдохнуть не должны. Отлично. Так. Отлично. Мы глянем, как мы пройдем. Отлично. Скорее всего, мы сейчас убьем вот этого бедного Марика. Отлично. Так, заходим. И киляем его. Отлично. Так. Отлично. Защитная система деактивирована. Отлично. Отлично. Мы только что деактивировали всю защиту на базе. То есть теперь из стенок и прочего говна ничего не будет вылезать. Отлично. Отлично. Что у нас здесь деактивируется? Вы повстанческие подонки. Дверь отсека открыта. А вот это не очень хорошо. А нет, хотя здесь просто животные. Здесь просто животные. Ракнозавр. Он такой веселый. Это Джимми. Это Джимми. Окей. Отлично. Я рад тому, что Джимми это Джимми. А вот здесь вот Линги, кстати. Отлично. Линги! Зерк. Глазам своим не верю. Поверь это он. Я верю своим глазам. Отлично. Ладно. Ну, ребяток мы трогать не будем. Если они, конечно, не будут давать нам проходить, тогда мы их, конечно, убьем. Отлично. Хотел сказать, что животных не трогаем, но, видите, они нам, к сожалению, не давали пройти, пришлось их убить. Ладно, длинной колбасой мы все еще продолжаем путешествовать по этой заморской базе. И находить различные интересные и не очень вещи. До главного места назначения нам далеко. Но тем не менее мы идем. Продвигаемся, так сказать. Не видя сна. Скоро уже. Скоро мы дойдем куда надо. Ну, точнее, все относительно. Не так уж и скоро на самом деле, но в любом случае дойдем. Отлично. Это я уж вам обещаю. Итак, у нас впереди стервятник. И нам нужно его как-нибудь... Это было, могло быть больно. А, мы решили с малиной. Малинчик, малинчик. Как титяк умер? Маринчик умер, печально. Так, а нам, кстати, не сюда. Нам, получается, еще выше. Отлично. Нам еще выше. Отлично. Поле телепортации активизировано. Так, куда мы там пришли? Все, надеюсь. Все вроде бы. Отлично. Так, отлично. Не сюда. Нам вниз. Обнаружен неавторизованный доступ. Отлично. Отлично. Чуть не отхватил сейчас. А вот защита, кстати, почему-то продолжает работать. Хотя, по идее, не должна. Ну ладно. Отлично. Кстати, на самом деле, вот эти биокостюмы, в которых ходят наши дорогие Марины. По сути, они могли бы делать обезболивающие уколы и прочую подобную фигню, дабы восстанавливать каким-то образом здоровье, конечности. Отлично. Ну, проще говоря, делая то же самое, как было бы в Вархаммере в свое время. Кто знает,
Там любые люди могли сидеть в скафандре, и при этом этот скафандр мог иногда защищать от всего или наоборот заставлять работать все конечности. Скачивание файлов. Эй, мы нашли планы. Пусть нас ждут на выходе. Ну что ж, планы мы нашли, мы выходим. Победа. Вот такая вот интересная короткая миссия. Собственно, мы побывали на тайной базе и украли важные данные. Ну а с вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо за внимание и пока-пока.